начале 20-х годов 19 века Алябьев с большим успехом выступает как автор театральной музыки. Оперы, оперы «Водевили». Они с большим успехом ставились в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Алябьев, один из первых выдающихся русских композиторов, написал музыку к постановкам произведений Пушкина «Кавказский пленник» и «Русалка». Но, конечно, вдохновенно из-под пера Алябьева возникают, рождаются прекрасные романсы. В нашем концерте гостья, солистка театра старинной музыки МГУ имени Ломоносова, лауреат международных конкурсов Евгения Малеева, партия фортепиано Людмила Калинина. Прошу встречать наших гостей. Thank you.
«Русалка» по камушкам, по желтому песочку. На сцене Евгения Малеева, партия фортепиано Людмила Калинина. Thank you.
Татарская песня «Старый муж». Старый муж, грозный муж, не шлёшь ты меня. Старый муж, грозный муж,